хочу записать это видео и, возможно, выложить его в YouTube, если получится. И чтобы это видео было для тех всех уродов, которые кричат, что коронавирус — это фигня и прочее и тому подобное. И самое главное хочу сказать, что если бы я знал, что такое течение коронавируса будет, как у меня сейчас, я бы, не задумываясь, сделал прививку. Не задумываясь. Тот, кто не болел тяжело, не знает, что такое задыхаться, тот не может умничать и рассказывать, делать эту прививку или не делать. Оставаясь на грани смерти и понимая, что заболевание может пойти, ухудшиться и пойти другим путем, более тяжелым, и уже не маска будет на лице дыхательная, а дыхательный аппарат. Я думаю, каждый человек нормальный, умный поймет, что выбирая между жизнью и смертью, лучше выбрать жизнь. Поэтому всем хамам неверующим и тем, кто будоражит, колобродит народ, выдвигая безумные теории, что вируса нет и что государство что-то делает плохое, люди — это уроды, настоящие уроды, деграданты моральные и прочее. Сейчас я лежу в больнице, и медперсонал делает все возможное, что он может, чтобы облегчить мое состояние и все прочее. А состояние непередаваемое. Я думаю, что некоторые сердечники это состояние знают, когда очень сильная нехватка кислорода. Когда руки бледнеют, холодеют конечности. И, ну, в общем, еще состояние очень тяжелое. Люди, берегите друг дружку, берегите себя, не выделывайтесь. Носите маски в общественных местах. Никто не заставляет их носить, утром надела, вечером снял. Нет. Там, где нет людей, где чистый воздух, там нужно снять маску и подышать нормально, как все люди. На магазине, в аптеке или в местах скопления обязательно маски, люди, обязательно. Поверьте, это очень, очень тяжело. Надеюсь, еще запишу видео.